И проснулся. Время 3 часа ночи или утра, не знаю. Ночью встал, было сыро, где-то в час, наверное. Сыро и прохладно. Решил одеть свитер. Одел свитер, а теперь солнышко вышло. И уже проснулся от жары. Жарко стало в свитере. Уже не укрываюсь. Лежу. Хотел штаны снять на ночь, но побоялся, потому что рядом с водой, если бы хотя бы чуть-чуть выше воды, да-да-да, так рядом с водой сырость тянет по земле. Земля сырая здесь, впитывает все с воды. Но буду вставать, посмотрим, что там творится на улице. Это надо чай попить, суп сварить, потом опять лягу, уже разденусь, потому что солнышко выйдет, подымется, вообще будет жара. Доброе утро. Ну что тут у нас? Птички поют. Солнышко вышло. Три часа ночи. Начало четвертого. О, не дают птички мне спать. Поют, поют. Всю ночь поют. Они спят. Ну ладно, проснулся так проснулся. Жарко было. Сначала было холодно, сырость потянула от воды. Я одел свитер еще, потом, наверное, солнышко вышло и все. И жара пошла. Я уже раскрылся. Ну все, будем делать чай. Еще раз я поспал, выспался. Сейчас уже время 10:44, почти 11 часов. Палатка сохнет, тут вещи все разложил, сапоги, коврик, курточка, свитер сохнут, потому что за ночь отмокли, отсырели. Спальник тоже пусть сохнет. Проснулся в 3 часа ночи, сварил суп. Ну что-то суп неохота есть. Как бы не голодный.
не хочу. Поел чуть-чуть. Вообще неохота. Надо собираться, да идти домой еще. Часа три идти. В лесу тишина, птички поют. Вот палатка. Пустая. Коврик тоже отсырел, сохнет. Вот такая палатка. Не знаю, чем заняться. Буду идти по дороге, да. Что-то, может, интересное будет. Рябчики что-то вчера пели здесь. Сегодня не отвечают. Спят еще, что ли, к вечеру. Вот, вспомнил, умыться забыл. Может, даже и грязный лицо. Сейчас умоюсь. Ну вот и все. Почти собрался. Помыл тапочки. Сейчас только осталось прикрепить палатку и коврик. И можно выходить. Так. О, теперь рюкзак полегче, без воды. Воды вот только сколько осталось, даже 0,5 нету. Ну, хватит мне. Палатка будет. Вот и все. Нож положу в карман. Одеваю. Курточку. И не от холода одеваю курточку, а от того, что комары не дадут спокойно идти.
Ну вот, теперь можно одевать и рюкзак. Ремень надо потуже. И вот так. Еще вот так. Все. Телефон с навигатором сюда. Вот так. И сумку можно вот так. Все, я готов. Ничего не забыли. На деревья ничего не вешали. Не валяется. Значит, собрались правильно. Иду свищу. Свищу, лес хороший. А рябчика не видать что-то. Почему? Да он делся, неужели он только после обеда свистит. Вот такая дорога. Вообще удачный маршрут я выбрал. Ровная дорога, ни бурелома, ничего. Чуть-чуть там по болоту пройти, чтобы выйти на чистый лес. И все. Не отвечает. Никто не хочет мне сегодня отвечать. Семья рябчика меня окружила. Один. Кто-то из них здесь где-то на дереве прячется. А второй перелетел дорогу, и там в тех кустах сел. Сейчас мы их попробуем найти.
светит. Сейчас попробую подойти. Сейчас попробую найти на земле. Комары покоя не дают, я не могу так снимать, съедят меня.
они прилетели на мой свисток, только не отвечали. Но возле меня типа кушает. Ну кушает. Почему на свисток не отвечают? Это самка кушает, а самец где-то должен быть на земле. Чего она меня услышала? Ну, у них в принципе сейчас гнездо уже. Я думаю, что такое тут шелестит, а это оказывается змея возле меня. Летел на землю. Он еще один полетел. К нему же. Их два там сидели, пара. Летают, через дорогу перелетают, потому что здесь уже заканчивается ихняя территория. Там вырубка пошла, а здесь дремучий лес. Поэтому они меня провожают со своей территории. Ну и поют, отвечают мне. Все, естественно, здесь их уже не будет, потому что территория закончилась. Они живут только в дремучем лесу. Здесь их, конечно, не будет. Ладно, найдем других. Не, их здесь немало.
Здесь ляпчиков много. Я, конечно, только за ними и пришел сюда, чтобы поснимать их. Мне нравится, как они живут, в каком лесу. Красивый лес, густой лес, высокие сосны. Там они живут. А питаются почками вот этими. Кушают их. Будем искать их. Чуть не наступил на нее. Зараза такая. Да ты. Шипит еще. Как бы я тебя не тронул. Лежишь на дороге. Не шипи. Шипит такая. Как будто я ее тронул. Шел, я ее даже не заметил. Она лежит на солнышке, греется. Угрожает мне еще змея подколодная. Ладно. Из-за этого я по лесу хожу, даже если болота нету, хожу в сапогах резиновых. Думаю, сапоги не прокусят. Лежит на дороге, греется на солнышке. Она меня первая заметила, а не я ее. Чуть-чуть передохну. Что-то уже задолбался. Вроде и рюкзак не так сильно тяжелый, как туда нес. Но все равно тяжело. Попью водичку, отдохну чуть-чуть. Жарко, конечно, если бы в футболке и в шортах идти было бы легче, и в тапочках. Собаки чуют меня в лесу, далеко, уже вон там стоит на дороге, ждет меня. Вот и все, водички нету больше. Ну, у меня еще один рывок, и я уже возле машины. Чуть-чуть надо отдохнуть. Там и хант идет. Ну, пусть идет.
Это прошел мимо шины. Куда он пошел? Ушел. Собака даже не гавкнула на меня. Ладно, пойду дальше. Дошел до болота, где переходить болото. Увидел следы. Вот они, следы лося. Я не знаю, камера покажет мне. Вот след. И вон дальше след. Лосиный след, не оленя. Значит, лось здесь ходит. Если лось ходит, значит, и медведь должен ходить. Медведь, что, хуже лося, что ли? Ну, медведя я не видел следы. Это первый раз заметил лося след. Все, сейчас по болоту и к машине. Сел немножко отдохнуть перед болотом. Что-то подумал. В начале пути болото нормально. В конце пути что-то болото. Неохота вообще идти туда. Как бы успокаивает то, что последний рывок. Ну блин, он тяжелый, трудный самый, наверное. Лучше в 3 раза больше, но идти по твердой почве. Ладно, думаю, преодолею. Пятнадцать-двадцать минут. Да 15, наверное. Тяжелого пути, и я возле машины. Ой, воды нету. В машине есть. Но до нее надо еще добраться. Ладно, пойду. Покажу вам болото. В
вот такое болото. Сейчас я залезу. Вот сюда я и полезу. Ладно, не буду отвлекаться, с камерой идти тяжело. Выключаю все. Ну все, вот и вылез с этого болота. Вот такое болото. Ну ничего, перемахнул, а вот уже и машина. Сейчас водички попьем, отдохнем. По болоту тяжелее всего идти вот так. Проваливаешься по колено. Так. Все поснимал с себя. Сейчас ключи от машины. Рябчика что-то не слышно. Все. Всем пока. Ждите новых видео.